Вон там стоят деревья. Вот там. Если там падает энергия молнии, она распространяется по всей поверхности Земли. И энергия вылетает от этих стрел. Вот смотрите, эта стрела, отсюда энергия вылетает. Плюсовая выходит, отрицательная входит. И она же от Земли тянет вот эта отрицательная энергия, положительные молекулы, то есть катион водорода. Таким образом растения растут быстрее. Видите, я вам открываю истины из Библии, которые записано 2 Самуила, 22 глава, или Псалом 18. А также, смотрите, вот маленькие вот такие растения есть. Вот, смотрите, вот мох есть такой. Все они имеют, смотри, острые края. Смотрите, все они имеют острые края, чтобы от них статическая энергия выходила. Вот статическая энергия выходит, отрицательная входит, и она притягивает катион водорода. Вот, смотрите. Вот. А муравей вот имеет тоже маленькие антенны, а сзади она круглая. Если круглая, энергия не выходит, а если она острая, оттуда энергия выходит. Вот. Все растения созданы для того, чтобы от них выходила энергия. Спасибо за внимание.